Приветствую вас на своем канале, уважаемые криптовалютчики, инвесторы, трейдеры, майнеры и все-все-все, кто неравнодушен к технологии блокчейн. Продолжаем с вами разговор про OneGame, первую децентрализованную блокчейн-платформу виртуальной реальности, которая позволит вам полностью окунуться в новые миры. Я уже рассказывал об этом проекте, какие у него основные преимущества, каково видение команды. Давайте сегодня поговорим про токен OGT, напомню, он называется, и про его распределение и многое другое. Всего будет выпущено 10 миллионов OGT токенов. На паблик и private sale выделено 40%, 16% останется команде и советникам на 24-месячный вестинг. OneGame Foundation достанется им 14% и на 24 месяца будет локап всех токенов. Ну а также на Incentive Program будет выделено 30%. Вы можете почитать в white paper детали, как что и почему. Собственно, распределение всех собранных средств. Также перед вами на диаграмме исследование и разработка платформы. Это 40% собранных денег. Всякие юридические моменты, еще 10%, операционные вопросы, 25%, а также 25% уйдет на маркетинг и дистрибьюцию. Как заявляют основатели этого проекта, OneGame Foundation собрали уже 10 миллионов долларов на стадии private sale. Насколько помню, хардкап у них 15 миллионов для того, чтобы запустить проект. Давайте с вами опустимся ниже на их сайте и посмотрим дорожную карту. На самом деле идея сформировалась в четвертом квартале 2017 года. В первом квартале 2018 года они опубликовали white paper и как раз таки провели private sale. Во втором квартале был private sale для стратегических инвесторов. Огромное количество альянсов и партнерских соглашений они заключили. Я вам об этом уже рассказывал. Вот инвесторы и партнеры, серьезные компании азиатские. В первую очередь, на мой взгляд, это Deep Brain Chain, Loopring и, конечно же, Amazon. В третьем квартале запуск Avatar Wallet произошел. Я вам об этом рассказывал и показывал. Можете на кнопочку щелкнуть здесь, зарегистрироваться, посмотреть. Запуск разработческих функционала инструментария для разработчиков был запущен, а также тестовая версия PC, то есть клиента для компьютерной платформы. Разработка вообще платформы, также public sale на третий квартал намечен, который заканчивается буквально на днях 20 августа. Ну и в четвертом квартале запуск открытой платформы. Фундаментальное построение виртуального мира и активная разработка платформы, а также уже полноценные PC и мобильные версии клиента будут запущены. В следующем году Master Game будет запущен, создание расширенной экосистемы, привлечение большего количества разработчиков, а также совершенствование SDK. Во втором квартале виртуальный мир будет наполняться геймерами и разработчиками, а также начнет потихонечку платформа самостоятельно эволюционировать. К концу года хотят запустить полностью децентрализованную версию с симуляцией майнинговых процессов, а также запустить виртуал VR клиент. Ну и это дальше уже пойдет в 2020 году обновление планов, а к концу 2021 года команда хочет интегрировать искусственный интеллект и продвинутые генетические алгоритмы, полностью уже сделать так, чтобы платформа самостоятельно эволюционировала. Проект этот придумали вот эти люди, можете почитать про команду, про разработчиков. SEO проекта Pooshi, инвестор, адвайзер в огромном количестве блокчейн проектов, независимый разработчик игр с более чем с 10-летним опытом. Работал с крупными компаниями, Carloha.com, был членом команды Google, Microsoft, ну и многих других компаний. Курт Янг, шеф-продюсер, также с
многолетним опытом создал огромное количество игр, которые скачали по всему миру более 10 миллионов раз. Сотрудничал и был креативным директором в Tech Limited, работающим с NASDAQ, NCTY. Ну и Fox Chen, Chief Technical Artist, также является ведущим программистом Makuni Games, крупной компании, создал тоже огромное количество компьютерных игр, является специалистом в компьютерной науке. Можете почитать, кто занимается разработкой блокчейна, тоже человек, имеющий опыт работы с Google, с Google Maps, занимающийся исследованием и разработкой технологий искусственного интеллекта и многого другого. То есть компания из серьезных азиатских специалистов. Про всех, конечно же, повторюсь, вам рассказывать не буду. Советники проекта тоже опытные люди. Люди Йонг Хе, в первую очередь, CEO Deep Brain Chain, известного проекта в Азии по поводу майнинга криптовалют. Ну и многие-многие другие. Ван Лин Ванг, Чен Ксян Джанг, Азмул Хаке. Товарищи, которые, ну, собаку съели уже на том, чтобы поучаствовать в успешном продвижении серьезных стартапов по всему миру. Что ж, друзья, следите за проектом One Game, читайте, еще раз повторю, читайте их white paper, вся информация также у них здесь продублирована, все про команду подробно рассказано, про концепцию проекта также все расписано, каждая тонкость, все нюансы, как будут смарт-контракты работать, как будет работать движок, как будет виртуальная реальность функционировать, что можно будет приобрести за токен OGT и многое другое. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, следите за обновлениями. До новых встреч!